Я бы хотела рассказать, наверное, о одной из самых вдохновляющих образов. Это Мария Каллас. Настоящий артист, недостижимая просто певица. И еще, как женщина, у нее драматическая история личной жизни, любви, и поэтому, говоря о отношениях, наверное, о каких-то романтических отношениях, она хороший пример того, как женщина может любить и потерять себя в этой любви. Она любила так, как без опасений, без каких-то страховочных путей, канатов, просто очень по-настоящему, и это не может не вдохновлять. Мария Каллас — это певица, которая сочетала в себе 4 голоса, и она спела все возможные и невозможные партии, какие только есть в опере. Вот, и даже когда она потеряла голос, она все равно продолжала учить партии, когда мне хочется вернуться к самой себе и вспомнить, как бы я хотела звучать и что я хочу передать, то я снова иду к Марии Каллас за ответ. Она сказала: я не хочу быть просто Марией Каллас, я хочу быть дивой Марией Каллас. И, ну, я тоже, меня это очень вдохновило. Я, конечно, тоже себе говорю: не хочу быть просто певицей, я хочу быть дивой. И внутри я, конечно, к этому стремлюсь, как бы громко и пафосно это ни звучало, но на своей какой-то, на своем уровне и на своем масштабе я тоже хочу быть дивой в творчестве и в жизни.